пожаловать в Нерв, игру «Правда или действие», где правды нет. Зрители платят, игроки получают деньги и славу. Зритель ты или игрок? Зритель ты или игрок? Зритель ты или игрок? Зритель игрок. Круто, да? Может быть, интересно. А это законно? Ви, жизнь проходит мимо. Порой стоит рискнуть и все поставить на кон. Я часто рискую. Тогда сыграй в Нерв. Ты принимаешь вызов? Целовать незнакомца целых 5 секунд? Вон твой кандидат. Ну, привет. И пока. Наблюдатели предлагают мне объединиться с тобой. Боюсь, я не самый хороший партнер. Останься, посмотрим, что дальше. Ладно. Это Ви? Где найти это платье? Мой кошелек, одежда, ничего нет. И мои вещи пропали. Покинь магазин? Идем отсюда. Я не воровка. А что еще остается? Тут сказано, просто покинуть магазин. Я фанат. Терпи, я почти закончил якорь. Что? Он шутит. Деньжат привалило. В Сиэтле кто-то погиб во время игры. А если свалить? Все потеряешь. Все наши деньги исчезли. Стой, мам, что? Офицер, помогите мне. Ви, не стоит. Вы знаете мое имя? Что здесь происходит? Наблюдатели украли наши личности. Мы стали пленниками игры. Ви, твоя жизнь в наших руках. Победа — единственный выход. Помни, ты мои глаза. Не надо. Газу! Игроки, покажите ваше оружие.